Чувак, в кино пойдешь? Чё? Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале Лорд Вуду Железное Сердце. Сегодня я расскажу о том, как я ходил в кино. А точнее, не как, а куда. Первый раз в жизни я был приглашен на сеанс кино в качестве представителя прессы. Фильм мне показали абсолютно бесплатный. Самое интересное не на тот фильм, на который я ходил, а именно куда я ходил. Приглашение на фильм я получил от Cinema Park Cosmos в городе Ставрополь. После увиденного со 100% уверенностью могу сказать, такие фильмы надо смотреть исключительно в качестве IMAX. Бог против человека. Исключительно в кинотеатрах сети Cinema Park. Вы скажете, продался, ой, все, его Cinema Park купил. Нет, ребята, это действительно зрелище, когда вот ты... И не какие-то позорные очечки, которые разноцветные, там, с одной стороны красненькие, с другой стороны синие. Здесь действительно хорошая, четкая картинка. Офигенные очки, удобные, линзы абсолютно не отличаются, то есть глаза не устают. Одеваешь спокойненько, смотришь, наслаждаешься зрелищем на огроменном экране, действительно, когда вот что-то пролетает, как кажется, там тебя сейчас прилетит в лоб. Не просто там что-то где-то мелькнуло, а именно просто эффект присутствует. Если не буду раскрывать вам сюжета, если вы не видели этот фильм, чешите просто, бросайте все, идите в кинотеатр, смотрите. Смотрите или в IMAX, или дожидайтесь качества на DVD-шке, не смотрите экранки, вот. Это действительно зрелище. Вот Супермен красавчик. Я когда шел на фильм, я думал, буду болеть исключительно за Бэтмена. Все-таки Бэтмен человек. А Супермен кто такой? Прилетел какой-то чувак в синих трико, бегает, что-то всех спасает. В течение фильма я несколько раз своего мнения о героях поменял. Сначала Бэтмен мне был симпатичен из-за того, что я в детстве как бы смотрел. Ну, герой из моего детства, можно сказать. Сюжет насыщен настолько событиями. И... захотелось после увиденного опять же пересмотреть части Супермена, особенно вот последние, не те, которые в 60-х там годах сняты еще прошлого столетия, прошлого тысячелетия даже. О, как звучит-то. Чем надо пересмотреть Супермен, что ж там такое произошло, что такая битва случилась, что... В общем, не буду раскрывать спойлеров. И еще вам скажу, тут не два супергероя, не Бэтмен и Супермен, тут есть еще один супергерой, который просто шикарен. Так что, тоже не скажу, кто... Идите в кино и смотрите. Конечно, IMAX меня сегодня впечатлило. Такие прям такие сцены. Наконец-таки научились снимать фильмы про супергероев. В ближайшее время, я думаю, мы еще сделаем несколько обзорчиков на новые фильмы. А сегодня понедельник, и давайте назовем эту рубрику. Это будет у меня новая рубрика «Кинцо по понедельникам». Пишите в комментариях, пожалуйста, как мы обзовем новую рубрику, что конкретно вы хотите увидеть, услышать о новых фильмах. Ну и давайте проведем конкурс. Пишите комментарии о том, кто уже видел этот фильм, кто его хочет увидеть, что вы думаете о сюжете. Что вы думаете о технологии IMAX, о кинотеатрах IMAX, о Cinema Park? Самые интересные комментарии, которые будут под видео, которые наберут наибольшее количество одобрительных отзывов от других пользователей, я этому человеку отправлю 2 билета в кинотеатры Cinema Park технологией IMAX. Так что давайте дерзайте, надеюсь, в следующем выпуске обзора новых фильмцов узнаем победителя. Всем спасибо, всем пока. Magic people, voodoo people. Magic people, voodoo people. Voodoo, what you don't dare do, people. Нам надо первым ехать, чем мы последние.